Добрый день, канал «Давай поговорим». Теперь я вам хочу показать вот этот магазинчик, где продаются различные тыква. Посмотрите, какой большой урожай, интересный, и как красиво они это все оформили в стиле ретро. Прямо такие колеса от телеги. Нравится мне такой деревенский стиль. Красивые тыковки такие. А тут можно попробовать и купить вот такую приготовленную картошку. Мне стало интересно, как они это готовят. Я думаю, в домашних условиях в таком количестве, конечно, не приготовить, но у них выглядит все очень аппетитно и красиво. А самое главное, заманчиво. Ну а тут делят хлеб голуби и воробушки. Маленькие воробушки не уступают. И свою крошку хлеба они все равно отбирают у голубей. А здесь, посмотрите, как радует нас природа. Посмотрите, как вот это растение украсило елку. Красные листья. Насколько я понимаю, это русский виноград. И он потянулся вот на елку и такую красоту сделал, украсил прямо елочку. Очень красиво смотрится. А это вот такие красные ягодки. У такой мягонькой елочки очень тоже красиво смотрится. Это прямо вдоль забора вот все вот такие елочки стоят. А это овечки. Тут есть курочки, есть козлята, яблочки едят. Друг у дружки отбирает. Тоже очень такие забавные. Но бежит. Такой серьезный козлик бежит. Что-то тут. Сейчас он думает, сейчас он всех тут разгонит. А это мой легкий обед. Брокколи, цветная капуста, морковка. И немного мяска.